Привет, привет. Привет. Нет, не по дорожке. Я не хожу по дорожке никогда. Спасибо. Я не использую дорожку, никогда не использовал. Ни разу. Ну, нет, не так. Может быть, два раза, когда не было ничего больше вообще. Я даже не помню. Всем привет. Блять, ребят, чего хуйню несете? Ладно, бог с ним. Не по себе уже, а по другим. Нет, не изменится. У меня голос такой от природы, блядь, низкий. Что мне теперь, обосраться? Класс. Мой голос уже стал мягче. Я же отдыхаю от витамин 2 месяца. А, молодцы. Спортики. Белые. Они сначала делают, потом думают, блядь, что за хрень. Меня мама искренне не понимала первое время. Что люди пишут насчет голоса. У меня не меняется кардио. Ну, как бы, всегда одинаково. 500 калорий. Каждый день. Ну, есть возможность, делаю, нет возможности. Если вдруг день будет нерабочий, я куда-нибудь поеду. Не заморачиваюсь, регулирую питание и все. А так 500 калорий каждый день. А ночью печеньки, шоколад. Зато, как же я без этого, что? Нет, я себе уже второй год ставлю планку, типа, до 80 можно отъедаться после турнира. Добрый. Good morning. Вот. А если перевалило, то уже все. Покрасить. Пожалуйста.
А все-то вы видите. А все-то вы знаете. Слушайте, у меня уже месяца три пасет. А у меня то сил нет, то времени. Сейчас формы и прочее, прочее. Видео с коронным, это в историю. Понимаете? А я что сейчас там с хомячими этими чеками буду? Танюш, здравствуйте. Дайте сейчас урегулировать все бумажные дела, я удалила, чтобы не вызывать негатив со стороны своей лиги. Вот. Сейчас все уладит. Витшем хочет попробовать. Просто загибается наша федерация, да, и хочется как-то спортсменов замотивировать. Чтобы они не бросали, чтобы они думали, что настолько все плохо. Ну, как бы, правильно. А в том-то и дело, что мы-то к Гришиной отношения не имеем. Вот надо все это теперь решать, чтобы не было недопонимания. Иначе пипец что получается. Привет. Короче, Крис мне сегодня написал. Привет. Да, просто видишь. Ты сам понимаешь, когда монополисты ABB, ну, влезть на рынок, это ж пипец. Кардио. Привет. У меня всегда эфиры с кардио. Привет. Что, блядь? Как я могу выступать в федерации, если я в IBB Pro, ребят? Я профессионал. Какие нахуй федерации? Ребята, вы что тупите? У меня любимая IBB Pro Лига. Спасибо. Мои шоу в Америке. Чуть-чуть в Европе. Со скольки лет? Ну что, 4 года. Да, делай сюда карту. Моя категория, она безоговорочная, она единственная, которая дает право выступать на Олимпе. Я идейный атлет. Пока российский бодибилдинг упорот на бабках, тебе надо загрести побольше, выиграть очередной чемпионат Мафасанска, чтобы продать очередной марафон или программу питания, то я хочу на Олимпию. Вот просто. У них уже бомбит. Еще что тебе показать. Нет. Нет. А, можно и бить. Господи. Простите. Яичные белки. Когда варишь. То есть варишь овсянку. Пару яичных. Ну, пару яиц. Замешал, такая густая штука получилась. Потом сыр. И райсовую пасту. Все. С каким тренером?
Спасибо. Потому что я себя лучше потренирую. Спасибо. Это если вам надо поесть на полдня. Спасибо. А что, в смысле? На что больше работаешь? На все. А. Ну, потому что мне здоровье очень нужно еще. Пригодится. От него он был самый лучший тренер. Чего ж говорить, именно в плане тренировок. Но перегибал. Человеческие возможности не бесконечны. Он, походу, считал, что женщина – это робот. Плюс предлагал добавить тест. Тест я никогда не ставил и не буду. Ну ладно, никогда не говори никогда, но не планирую. Вот. И плюс разногласия личного характера. Часто между тренером и подопечным зарождается какая-то химия. Да. У меня после него очень много было болячек. Я прям раны зализывал. Это было... Приветик. Это было после ноября 2017-го. У меня было несколько недель на отдых. Я понимал, что я больше не вытяну. И, собственно, благодаря этому год я поступала, прожила в Америке. Ничто меня не ограничивало, не загоняло. Спасибо, но я не сохранила ничего. Не сегодня. Нет ничего важнее вашего здоровья, ребят. Если вы хуёво себя чувствуете на подготовке, значит, надо что-то менять. Путь страдальца – это путь никуда. Я ничего не ставлю. 2 месяца. 2,5 месяца отдыхаю. 12 недель отдых минимум. Я что, какой нахуй ставлю? Зачем? Женщина на сезоне ничего не должна ставить. Ну, идиотки всякие ставят. Привет. Перед Олимпией Оксана таблетку, 3 единицы гормона. Я понимал, что я здоровая. Прима мне не нужна. Все. 7 тренировок. 7 кардио. Дефицит. И погнали. Зачем? Ставить, пускай тяжи ставят. Вам тоже хорошего дня. Надо у вас заказ сделать. Но я... У меня память как у рыбки. 2 минуты. Спасибо. Блять, этот ракурс бесит меня. У меня так ноги болят. Тот случай, когда... Меня сегодня разбудили, я легла в 3, после него был звонок и все. Сейчас такие тренеры, что мне кажется, лучше самой. Не, не течет. Слушай, да я пофиг, а куда мне еще красить, я же залит самыми днями. Я подумал, раньше я думал, вот, типа, что за бред. Одно дело, когда целенаправленно красишь на тренировку, а другое дело, я же везде здесь, с людьми работаю. Пожалуйста. Мы с Денисом Гусиным вчера переписывались, и это... Я ему тоже говорю, Дэн, если ты считаешь, что ты наломаешь дров, то поверь, люди с тобой наломают гораздо больше. Все пытаются использовать IFBB Pro, уже которые что-то добились,
хорошо выступает, делает форму для хайпа. То есть, да, поюзать меня, его, это милое дело. Людей, которые уже 100 лет подводились, уже выступали достойно. Чего бы не выехать за счет них. No, you can't meet me. I'm sorry. Ой, наверное, в Вегасе. Хотя там я вообще не спала толком. Ну, в Вегасе последний раз, да? Спасибо. Когда это было? 15 сентября. После Олимпии. Да, без майки не очень, жирновато. Нет, не хватает. Ребят, я сплю 3-4 часа. На что время? Раз в месяц ногти, раз в месяц волосы. Окей, выделяю. Иногда, если очень классный фильм, могу с работы на 10:30 на сеанс успеть в кино. Соответственно, 10:30 он заканчивается, сейчас я дома. До 3-4 тогда получается онлайн. Всем встаю, в принципе, ничего нового. Ну, чтобы спланировать поход в кино, нужно заранее приготовить на вечер, на утро, на следующий день. Так что, если еще готовка добавится, жесть. Спасибо вам тоже. Все, пошагово. Нет, если все наскучит, надоест, я как бы плюну просто и уеду. Ну, мне что, что мне терять. А так, в целом. Да, день сурка. Поэтому, наверное, конечно, бомбит. Потому что люди пишут про фарму, а я не знаю ни одного человека, кто в таком же режиме пожил. Я не жалуюсь, нет, это мой выбор. Кто там ржет и говорит, что я типа вру о дозировках. Попивая, блядь, алкогольные коктейльчики где-нибудь в районе Кубы. Ну, ёб твою мать. Конечно. Ночью обычно это быстрые угли. Шоколад, мороженое. Сегодня вообще пиздец. Сегодня были мюсли, мороженое, печенька. А устал от медленного ритма, да, вот этого, как улитка, блядь. Жизнь как-то проходит никуда вообще. Готовлю сейчас сама. А зачем? Я же на отдыхе. Покупать готовую еду буду на подготовке. Сейчас все. Сейчас я могу есть все, что я захочу. Я же не знаю, что я захочу. Может, я мидии в сыре захочу запечь. А может, котлеты из индейки французские. Понимаете? Стараюсь. Есть, что хочется. Нет, а насчет устала еще. Просто от американцев. Не знаю. Ну, надо рабочую визу. Надо там много работать. Я говорю, у меня больше 1 000 000 ушло на поездку. Вы что? Ребят, дайте остановиться. В смысле? Я все ем. Вы что? Я каждый день ем шоколад, сыры. Все. Хлеб. На подготовке я тоже ем, просто меньше. Thank you. Вы что думаете, я тоже ёбнутая на ПП, что ли? Да боже упаси. Не, спасибо. Хорош. Хватает в интернете этого говна. Должен же быть хоть один нормальный человек.
ЦСКП головного мозга. Не, ну я знаю, что, например, нутелла ничего хорошего не дает организму. Но это же вкусно. Конечно. Конечно, помочь. Тут работать, думать, общаться, предложения разгребать, заявки, планировать турниры, покупать билеты, искать апартаменты, готовиться, готовить, убираться, блядь. Да. Хочется и на какие-нибудь курсы пойти, сертификатик какой-нибудь получить. Я предпочитаю обычную муку белую. Спасибо. Нахуй мне рисовая мука, я ненавижу рис. Рис можно только суши поесть. Я не смотрю по рецепту, спасибо. Мне интересно. Что может быть лучше пшеничной муки, ребят? Тоненьких блинчиков на пшеничной муке. Воздушных. Со сливочным маслом. Бля, Лен, в точку. Да. Правильно. Hello. I have no time for something else. Привет. Ой, ноги свинцовые тоже. Да и теперь я тоже. У меня весь день загружен. Я просто уделяю иногда больше, чем час. Смотря кому что. Я не работаю с атлетами. Я работаю с любителями. Я тоже. Я ненавижу льняное масло, у меня его нет. Я его не употребляю. У меня рексовая паста, авокадо, тыквенное масло, сливочное масло, семга. Орехи. Я, блядь, все забыл. Да, с икрой. С черным хлебом. Огонь. Сейчас же икра. Сезон икры. Хай. No. Height 173 centimeters. Идиотский вопрос. Weight, I don't know. 75. What? No, no, sorry. 78 and half kilo, definitely. Это идиотский вопрос. Сколько целых яиц, блять? Душе не ебу. Бред какой-то. О боже. Черный хлеб? Да слушайте, ржаной багет перекресток. Чего вы? Вон у нас тут горячий мяч. Чиабатта.
анализ. Т3, Т4, ТТГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, СГ, ФСГ, ой, ЛГ, ФСГ, биохимия, общий. НК. Нет, не составляю, привет. Не могу победить своего перфекциониста. Я же понимаю, что это хуйня собачья. Что ты подотрешься этой программы? Любую скачай. Вот тебе будет программа. Может, ролик, если я сниму. Может, как-нибудь в онлайн-формате. С техникой. Отправляется. Не знаю. Не могу делать хуйню, понимаете? Не научился. Жизнь пока еще, видимо, не нагнула. Да, они так болят. Они так болят. Ну, тянут очень, да, именно вот именно прям ноют. Я еще поспать сегодня не успела нормально. Это же из колбаси. Да? Ну, с экватором мешает. А у меня именно бицепс тянет. Да. Нет, онлайн я работаю. For what? Алиэкспресс. Алекс, блядь, как его там? На Алиэкспресс, да. Recommend someone for off-season for bikini? Train hard and cardio. And eat clean. And calculate all your macros. That's it. For all divisions. It's not just for bikini. Same way. For all people. Да, сейчас черная пятница, блядь. Что-нибудь будут везде распродавать. Вообще за 100 рублей. 100 рублей купишь. Сушку сутануть вам. Ну, блядь, все, заебался. Воу. Да. After legs my cardio so fun. Кардио, тьфу, блядь, 9. Why? Why? 500 calories per day. Every fucking day. Why do you... So stupid. It's my real voice. You can ask my mother why. She may be rep with you. Какой нахуй дорожки, блядь? По ступенькам я хожу всегда. Все, походил. По дорожке сами ходить? Я могу, блядь, по улице походить. Все, пиздец. Боже. Окей. Все будет. Все будет урегулировано и отлажено. К NPC они не имеют никакого отношения, это открыто говорится. Виталь. А что мне не материться? Жру сахар. Ночью матерюсь.
не делаю кардио натощак. Что мне еще, блядь? Снимаю в любых ракурсах, вся мне похуй. Талию не фотошоплю. Нет талии, блядь. Что теперь? Трапецию? Да нахуй тебе нужна. Что, показать себя?